Планы на текущий год и итоги прошедшего периода обсудили в Главном управлении МЧС России по республике. Перед началом заседания были проведены смотры строевой и служебной техники. Открывая встречу, начальник ГУ МЧС России по Дагестану Нариман Казимагомедов поприветствовал собравшихся и отметил, что управление в прошлом году заняло первое место по стране по результатам оценки органов надзорной деятельности. Вся работа, которую проводим вами вместе, руководство главного управления, вы, территориальные органы наши, что вам всем спасибо, ровно, коллеги. С докладом также выступил и заместитель руководителя Ильдар Хамавов, который доложил, что за прошлый год на территории республики зафиксировано 4036 пожаров, где погибло 25 человек. Травмы получили более 45. Помимо этого, в 2022 году органы государственного пожарного надзора провели более 1500 проверок, а также выявили около 2000 нарушений требований пожарной безопасности. Рост пожаров в среднем составил за весь год более 30%. Основной причиной пожаров явились неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и дымоходов. В завершении встречи были озвучены цели на текущий год: осуществление контроля за обстановкой с пожарами и их последствиями, проведение полноценной проверки по каждому случаю горения сухой травы с привлечением виновных лиц к ответственности, проведение мероприятий по организации обеспечения вывода сигнала срабатывания пожарной сигнализации на пульт охраны без участия персонала. После подведения итогов руководитель республиканского управления вручил награды особо отличившимся сотрудникам пожарного надзора. Анастасия Колесникова, Амарбек Газиев, новости, телеканал «Среда».